Всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу представить обзор пехоты, американской пехоты 1918 года от компании ICM в 35-м масштабе. Модель под номером 35693. Первое, что мы видим, как всегда, это у нас отличный красочный бокс-арт. Далее открываем коробку нашу. Далее, что мы видим, это коробка хорошего плотного картона, что хорошо при транспортировке нашей почты. Далее в коробке у нас пакет с литниками и два листочка с инструкцией. Начнем с инструкции. У нас даны два листка формата А4. Один выполнен на матовой бумаге, другой на глянцевой. На матовой бумаге у нас выполнена инструкция на оружие и снаряжение пехоты США. Здесь у нас показан литник, указаны цвета, которые использовать при покраске. Далее у нас показана непосредственно сборка вооружения. Сборка и окраска. Следующий у нас листочек, лист — это сборка солдат. Первое, что мы тут видим, получается, это наш литник с солдатами, с деталями. И используем окраски. Краски написаны в палитре Revel и Tamiya. Так, далее. Пакет с литниками. В пакете у нас даны два литника. Пехота, вооружение. Начнем с вооружения. Вооружение пролито довольно-таки качественно. Мелкие детали пролиты все хорошо. Есть очень мелкие есть детали, такие как револьверы. У револьвера даже барабан пролит очень хорошо. Гранаты хорошо пролиты. Очень интересно сделано. Проливка качественная. Далее. Следующий литник — это у нас солдаты. Начнем с лиц. Лица достаточно детализированы. Обмундирование у солдат также детализировано хорошо. Следов стыка пресс-форм нету. Так, пальцы пролиты очень хорошо, скажем так, руки. Каждый, допустим, наверное, не видно будет. А вот видно, каждый палец отдельно пролит. То есть интересно, что. Далее. У некоторых солдат кисти рук влиты как бы в руку саму. У некоторых они даны отдельные детали. Вот, кстати, там, где даны они. А, нет. Думал, что где отдельные детали, может, лучше пролиты. Нет. Наоборот, вот, допустим, с рукой пальцы пролиты хорошо, то есть каждая отдельно. Здесь также дана рука, пальцы даны отдельно. В общем, качество данного набора шикарнейшее. Желающий, кто его хочет приобрести, приобретайте, даже не думайте, не сомневайтесь. Фотообзор я выложу в группу нашу, ссылка на фотообзор будет находиться под видео и на нашу группу. Вступайте в нашу группу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.